И теперь, как обещали, о происшествиях. Так называемые стритрейсеры скоро откроют сезон. А ведь эти забавы в разрезе с законом. Вот какое видео мы получили от службы уличного наблюдения. Вы видите, как по Советской площади буквально резвится легковая иномарка. Водитель то и дело нарезает виражи, даже не подозревая, что его снимает совсем не скрытая камера уличного наблюдения. Эти видеорегистраторы установлены по всему городу в рамках губернаторской программы «Безопасный город». И это тот самый случай, когда видео помогает вычислить нарушителя и привлечь его к ответу. Итак, по съемке была установлена личность лихача, им оказался 28-летний клинчанин. Его фамилия давно числится в черном списке судебных приставов. Перед вами рекордсмен по количеству автоштрафов. На его счету 77 нарушений правил дорожного движения на общую сумму 55 тысяч рублей. В ближайшее время мы готовим документы для подачи в суд, потому что должники, как правило, заблуждаются в том, что никакой ответственности они нести не могут. Не будет ни ограничения на выезд, ни ограничения специального права. Этот вопрос решаем и решает этот вопрос суд. Превышение скорости, тонировка, езда по тротуарам – основные нарушения ПДД бесшабашного автовладельца. И вот тому наглядное доказательство. Но и это далеко еще не все. На него неоднократно у нас еще поступали жалобы по улице Большая Октябрьская, там, где он парковал свой автомобиль прямо перед входом в подъезд. Ну, мы его сюда вызвали, составили на него материал по 12.19.3. Парковка на тротуаре. Ну, пообещал, что в дальнейшем такого не будет. Если нарушители оплатят свои долги, от наказания ему все равно не уйти. Горе-стритрейсеру грозит административная ответственность в виде общественных работ.